بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Была одна тема, о которой я раньше много слышал, но не видел лично, до тех пор, пока не посетил Йемен. Там я увидел многих людей, которые жевали одну траву под названием кад. Это у них очень широко распространено. Я даже заметил, что это явление вневозрастное, и даже дети употребляют кад, а иногда женщины и старухи, даже полиция, которая проверяет тебя на улице. Разрешен ли кад, его оборот и прочее, или же он запрещен? Кад — это обычная вещь для йеменского общества. Его не запрещает закон и даже национальные традиции. То есть это что-то обычное и нормальное? Обычное. За границей некоторые законы запретили его и поместили в список наркотических веществ. Да. Прием када влияет на концентрацию человека. Да, он обладает стимулирующим и возбуждающим эффектом, но при этом заставляет человека жить в фантастических мечтах. Ему кажется, что вот сейчас он построит дом, заселит его, что получит много денег. Кад дает человеку иллюзии, как будто он уже завтра станет богатым. И он все уходит вдаль в своих иллюзорных мыслях, пока действие этого ката не прекращается. После этого он обнаруживает, что он все так же сидит на месте и ничего не сделал. Кат принимает по 6 часов в день, в среднем. Самое меньшее — в течение 3 часов, с асра до магриба. А некоторые люди жуют его почти целый день. Кат бывает разных видов? Да. Каких? Бывают мавийские и многие другие. Хорошо. Какой вид самый дорогой? Мавийские. Мавийские? Они оказывают какой-то особенный эффект? Человек чувствует себя лучше? Или получает больше удовольствия? Нет. Но он опьяняет? Да? Человек успокаивается, отстраняется. Мы дошли до такой степени, что объединяем два намаза из-за длительного употребления ката. Человек не идет в мечеть, потому что не хочет выплевывать свой кад и говорит: «Я потом помолюсь, сразу дугр и аср вместе». И у него во рту кад. Проблема с этим кадом в том, что он убивает все развитие в стране, как умственно, влияя на мышление людей, так и в плане здоровья, оказывая плохое воздействие на их тела. И также в финансовом плане. Многие из тех, кто потребляет кад, покупают для своей семьи еду на какую-то сумму, а кад покупают на сумму в 5 раз большую. Человек покупает кад на 2000 реалов, а на еду тратит 200 реалов. Сейчас, как вы видите, здесь продаются фрукты. Рядом с ними никого нет. Пусто, нет покупателей. А вон там продается кад, рынок полон, все там отовариваются. Представьте себе разницу между тем и этим. Далее. Дерево кад потребляет огромное количество воды. Можете ли вы представить, что 61% воды в Йеменской республике уходит на один только кад, а остальные 39% воды идут на все остальное? Питьевую воду, на готовку, мытье, на скот и посевы. Разве это нормальный баланс для общества? Более того, если продолжать засеивать землю катом, то примерно через 10-15 лет эта земля полностью умрет, и на ней ничего уже нельзя будет сеять в будущем. Субханаллах. В Йемене я хотел найти самое большое скопление ката. Мне сказали, что один из городов, где больше всего выращивают кат, это город Таиз. Я поехал туда. Наш путь проходил мимо долин и гор. Нам открылось удивительное зрелище. Представьте, высокие горы, которые были высечены в виде ступенек. Так что, в конце концов, они стали выглядеть как гигантская лестница. Это достижение. Старательность, время и труд. Потом что? Кад. Они засеяли все кадом. Люди, я прошу вас. Засеивать горы гораздо сложнее, чем долины и равнины. Это всем известно. Несмотря на все это, взгляните на эту настойчивость. Горы должны быть засеяны катом, как будто нет такого места, где бы не было ката, даже в горах.
Я навестил хозяина одной из таких больших горных пашен, и я не знал, как можно достичь стадии, когда он сможет оставить что-то, за счет чего жил. Если взглянуть на это реалистично, то покажется, что это невозможно. Но я не считаю, что есть что-то невозможное для Всевышнего Аллаха. Сейчас кат стал как доллар, то есть как валюта, которую используют люди. То есть ты можешь обмениваться с человеком, брать у него что-то взамен на кат? Да, я могу взять кат, расплатиться им за машину, отдать налоги. То есть он стал как... Как доллары, в точности. Как деньги. Как действующая валюта. Если есть что-то, что приносит больше пользы, почему вы их не сеете, а выращиваете кат? Я поговорил с одной местной благотворительной организацией и предложил им следующую идею. Фермеру проводят сеть водоснабжения с условием, что вместо ката он будет выращивать что-то хорошее. После одобрения фермера согласие было достигнуто, и договор подписали. Он также убедил еще 5 фермеров, у которых были поля ката, последовать его примеру, чтобы они присоединились к нему. И как же прекрасен был этот шаг. Это договор, который заключен между вами и одной из йеменских организаций общественного блага, на основании того, что с соизволения Всевышнего Аллаха вы избавитесь от всего ката, которым владеете. Когда я говорю «от всего», значит «от всего», чтобы не осталось ни одного дерева. Потом вместо него вы посадите что-то хорошее и полезное. Это может стать национальным проектом в Йемене. Государство может сужать фермеру деньги на водоснабжение и орошение или обеспечивать его какой-то суммой денег при условии, что свое поле ката он превратит в поле чего-то хорошего, такого как пшеница, кукуруза или кофе. Кофе, которым славился Йемен, и они заменили его на кат. Пришло время для возвращения былого величия. Некоторые ученые говорят, что высшая степень порицания порицаемого, инкаруль мункар, это когда тот, кто раньше делал порицаемое, придет и исправит порицаемое своими же руками, по доброй воле и по собственному желанию. Так это порицаемое будет вырезано из его сердца еще до того, как он убьет его своей рукой. Это высшая степень порицания порицаемого. Из соизволения Всевышнего Аллаха наши братья начнут изменять свои угодья на благую, благословенную землю, такую, какой она была раньше, чтобы она выводила кофе, оливки и другие благие вещи. Я прошу Аллаха даровать им благодать в их земле. Как сказал Аллах в Коране про их землю, прекрасная страна и прощающий Господь. Хвала Аллаху! С продажи следующего же урожая фермер вернет деньги, которые ему ссудили, и получит прибыль с последующих урожаев. Что касается той первоначальной суммы, то она вернется в казну благотворительной организации, чтобы потом ее дали другому фермеру и так далее. Я слышал, что есть кто-то шестой. Это правда? Ну все, хорошо, хвала Аллаху. Мне кажется, их будет все больше и больше. Когда мы приедем в следующий раз, мы, иншаллах, отведаем ваших фруктов. Оливок, абрикосов, иншаллах. А еще что? И миндаль. Миндаль? Я поем у тебя миндаля. А у тебя что? Персики? А у меня кофе. У тебя кофе, хорошо. Уповаем на Аллаха. Уважаемый брат, уважаемая сестра, если твой удел исходит от запрещенной исламом работы или от такой работы, относительно дозволенности которой есть сомнения, это не будет счастьем. Счастье – это когда удел приходит от Создателя счастья, причистен. Тогда этот удел будет происходить от его довольства. Тогда ты увидишь счастье в душе. Я думаю, сейчас ты понял причину того, почему иногда твоя душа тоскует. Ты увидишь счастье в своих детях и во всех, кто тебя окружает. О Аллах, мы просим у тебя полезное знание, прекрасный удел и деяния, которые ты примешь. О Аллах, сделай то, чем ты наделил нас, и что мы любим, помощью нам в том, что ты любишь. А то, любимое нами, что ты забрал, сделай завершением для нас в том, что ты любишь. О Аллах, мы просим тебя показать нам истину истиной, и дать нам следовать за ней, и показать нам ложь ложью, и помочь нам сторониться ее, а также помочь нам в оставлении того, что не приносит твоего довольства, и того, что ты не любишь. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.